Йоу-йоу-йоу! Как некоторые из вас знают, недавно я завела себе аск, потому что я люблю отвечать на вопросы. Но в последнее время одинаковых вопросов стало слишком много, поэтому я делаю видео, чтобы больше такой хуйни не было и больше никто мне не задавал этих вопросов. Сколько тебе лет? 22. Какой твой рост? Я не знаю, но где-то около 170 сантиметров, может быть 168 или... Не знаю. Как ты похудела? Я перестала обжираться, много болела, и гормональный фон изменился. Сколько ты весишь? Я знаю точно, что больше 50, на точную цифру я не знаю. Какое у тебя образование? Полное среднее образование. Я не закончила ни института, ни техникума. Как ты научилась рисовать? Я просто очень много рисовала. У тебя есть страничка ВКонтакте? Дай ссылку. Нет, я не хочу делиться своей личной страницей ВКонтакте. Давай дружить. Давай. В какой программе рисуешь? В последнем фотошопе. Какие сигареты ты куришь? Не понимаю, как эта информация может быть полезной. Как называется музыка из видео? Я не помню, я скачала ее из фанатики YouTube, а после использования удалила. Когда новое видео? Иди нахуй. Никогда. До свидос. 8 или... Не знаю. Как ты похудела? Я перестала обжираться, много болела, и гормональный фон изменился. Сколько ты весишь? Я знаю точно, что больше 50, на точную цифру я не знаю. Какое у тебя образование? Полное среднее образование. Я не закончила ни института, ни техникума. Как ты научилась рисовать? Я просто очень много рисовала. У тебя есть страничка ВКонтакте? Дай ссылку. Нет, я не хочу делиться своей личной страницей, чтобы больше такой хуйни не было и больше никто мне не задавал этих вопросов. Сколько тебе лет? 22. Какой твой рост? Я не знаю, но где-то около 170 сантиметров, может быть 160. Йоу-йоу-йоу! Как некоторые из вас знают, недавно я завела себе аск, потому что я люблю отвечать на вопросы. Но в последнее время одинаковых вопросов стало слишком много, поэтому я делаю видео ВКонтакте. Давай дружить. Давай. В какой программе рисуешь? В последнем фотошопе. Какие сигареты ты куришь? Не понимаю, как эта информация может быть полезной. Как называется музыка из видео? Я не помню, я скачала ее с фанатики.